Здравствуйте, вы смотрите новости рынка Форекс. С вами я, Екатерина Недачина. В соответствии с данными Австралийского статистического бюро, ситуация на рынке труда не изменилась. Уровень безработицы остался на прежнем уровне в 5,2%. Число работающих австралийцев сократилось на 29 тысяч человек, а безработных снизилось на 3800. Про безработицу в Австралии активно росла в четвертом квартале, теряя примерно 7 тысяч рабочих мест за месяц. Делая выводы из такой ситуации, аналитики прогнозируют смягчение монетарной политики и снижение ставки рефинансирования до 4,25%. В Новой Зеландии наблюдается снижение инфляции. За четвертый квартал индекс потребительских цен снизился на 0,3% и составил в январе 1,8% в годовом выражении. Целевой уровень инфляции для Новой Зеландии установлен Резервным банком в диапазоне от 1 до 3%. Ранее в третьем квартале CPI вырос на 4,6%. Будьте в курсе новостей вместе с компанией InstaForex и приятных вам выходных!